Иногда нужно отдыхать и от учебы, и от работы. И сегодня хорошее настроение нам подарят хиты 70-х, 80-х. Добрый день, уважаемые дамы и господа! Организаторами мероприятия выступили профсоюзный комитет работников и ректорат Крымского федерального университета. Наши сотрудники в университете очень любят музыку 70-х, 80-х, 90-х годов. Особенно то поколение, которое родилось еще в Советском Союзе. Поэтому концерт очень оригинальный, и мы нашли его именно в Крымско-Татарском академическом театре. В исполнении заслуженных артистов Крыма, Украины, Российской Федерации. Это замечательный коллектив, который сегодня выступит у нас с прекрасной программой для женщин. Одни из самых известных композиций популярных групп в этот день звучали на английском, итальянском, французском и русском языках. Для слушателей их исполняли артисты Крымско-Татарского государственного академического театра в сопровождении оркестра. Не обошлось и без сюрприза. Песню «Я тебя никогда не забуду» из мюзикла «Юнона и Авось» исполнили известный артист Асан Белялов и заведующая организационным отделом правкома КФУ Ольга Мансурова. Поэтому я желаю вам, каждый из вас, и мужчинам тоже в том числе, чтобы вот эта вечная любовь была в вашей жизни, чтобы вы испытывали эту историю, чтобы вы знали, что вы ей жили. Вы всегда знали, что, вот, во-первых, она есть, вы в нее верили и ощущали ее рядом. В преддверии Международного женского дня совместно с администрацией университета были вручены благодарственные письма членам профсоюза и работникам КФУ за многолетнюю трудовую деятельность, самоотдачу и гражданскую позицию. Концерт не оставил никого из зрителей равнодушными и подарил лишь самые положительные и теплые эмоции. Антон Бизик, Сергей Мельник, Михаил Погомий, пресс-служба Крымского федерального университета.